Предлагаемый сегодня ролик – это первая совместная работа моряка Андрея и Донны Розы. Изначально, когда он был, так сказать, создан и оформлен, он был размещен на канале «Мошенники и разводилы». После того, как произошли некие вот сложности у этого канала, он был оттуда удален. И вот теперь с согласия руководителя, владельца канала, согласия обоих создателей этого ролика, мы решили вдохнуть с него вторую жизнь. И предложить, наверное, многие слышали его, но тем не менее он нам дорог тем, что он это наша первая проба пера. И вот мы решили вдохнуть в него вторую жизнь. И вот предлагаем его вашему вниманию. И еще одно маленькое замечание. В течение ролика будет наблюдаться большое количество запикиваний, что как бы не очень характерно. Но тут вот дело в том заключается, что это не Андрей моряк такой вот некультурный, а вот, ну вот Славик, вот он такой. А я вот так скажу, в образ вошел, а выйти из него сложно. Так что уж вы не обессудьте, пожалуйста. Зато от чистого сердца. Алло. Алло, Стас, приветствую вас. Здрасте, да. Здорово. Меня зовут Владислав Маликов. Поздравляю вас с успешной регистрацией в нашем проекте компании «Газпромбанк Инвестиции». Вы мне скажите, на первоначальном этапе разобрались, что с вами будем зарабатывать? Да не я буду зарабатывать. Начальница сказала что-то, брокера найти. Сказала, регистрируйся где можешь, ищи брокера. Давай, говорит, стой. Сказала, да, брокера. Сказала брокера искать. Это к вам, не знаю. Да, хорошо. А для чего вам нужно найти брокера, подскажите? Да я их дел-то откуда знаю, чего они там что-то вертят, крутят. Сказала, ищи, Стасик, брокера. Будем работать. Я что знаю? Вот я ищу, что брокер, кто брокер. Буду ей докладывать. Да. Вы брокер, нет? Конечно, да. А, брокер, да? Вы мне подскажите, а чем вы занимаетесь вообще? Я? Да на подхвате я у них. Чем они там занимаются, почем я знаю. Сказала, брокера ищи, вот ищу. Хорошо. Она сказала... Но она сказала, найдешь нормальных людей, принесешь телефон, я свяжусь, и там все будем договариваться. У них там бабла немерено. Я только это, ну вот ищу, а кто? Я же не понимаю, кто нормальный, кто ненормальный. Ну, вы мне расскажите, а я ей там что-то доложу или расскажу, если нормальный, дам телефон. Ой, хорошо, я так понимаю, ваша начальница, она хочет приумножить свой капитал или сохранить его. А может отмыть, я шут его знает. Что она там хочет? Или отмыть, так откуда я знаю? Разница, это не имеет значения. Ну, тем более. Там будут в любом случае заработанные деньги на бирже. Вас это... Хорошо, тебя... смотрите. Тебя как зовут? Извини, на ты, я на вы не умею. Как? Владислав, Влад. Слушай, это Влад. Я черт тебе сразу скажу. Я в этом деле-то не подволакиваю, поэтому я черт тебе... Вот мне там одни звонили, я отказался. Там они что-то какую-то ересь несли, я там не стал даже говорить. Давай ты мне как вот расскажи, хоть в двух словах, мне ей-то что доложить, чтобы она заинтересовалась? Смотри, Стас, все достаточно просто. Каждый клиент работает со специалистом. Это человек, который объяснит, как правильно заработать, приумножить деньги и так далее. Что с ними нужно делать. Проходит за счет того, что работаете в бирже, условно говоря, средняя прибыль будет порядка 30-35% ежемесячно. Ага, вот это ей сказать, да? Да, это, в принципе, такое самое важное. Ага, и, наверное, сколько вам-то надо платить, она тоже поди спросит, сколько там им денег, чего, как. Вот, да, я сейчас объясню. Компания получает 10% от полученной прибыли. То есть, чем больше вы заработаете, не от того, с которой суммой вы работаете. А прибыль это чего? Прибыль. Я что-то в этом... Что такое прибыль? Это... Чего не... Прибыль это то, что зарабатывает с нашей компании. То есть,
То есть 10, грубо говоря, от там, заработки, да? Приступили, да, со 100 тысяч. Со 100 тысяч приступили. Да ладно, ты цифры не да хорош, хорош, мне уже все мозги отбили кулаками, ты чего? От заработков, правильно я понял, 10% надо отдать? Да, да, все, записал. Потом она, наверное, спросит, а как название-то, она же без этого не скажет. Я же не скажу там, вон, Владику позвони. Какой-то есть этот... Как? Газпром инвестиции. Газ. Газпром инвестиции. Подожди, дай слово. Как... Газ. Что дальше? Пром. Газпром инвестиции. Инвестиции. Да, все записал. Так. Да, ну, смотри. Ага. Давай я как сделаю. Я вот добавил... WhatsApp я нашел по номеру. Ага. Вот, это мой личный номер. Если она так хочет связаться лично со мной. Ну, это понимаешь, как будет. Вот давай с тобой тоже поговорим. Я как бы ей доложу, ну, что они там где-то вертят, а я тоже заработать хочу. А мне будет какой интерес, нет? Я пойду ей сегодня. Все, прям могу расписать. Все, ребята хорошие, конкретные. Все мне объяснили. Нет, может быть, какой-то интерес или нет? Хорошо, Стас, а ты, в принципе, тоже можешь зарабатывать в этой сфере. Для этого, обладая какими-то сверхзнаниями, не нужно. Да, я не о том, да ну ты что смеешься, какой я зарабатывать, я вон кому бубен настучать, какой я зарабатывать, а это, а нельзя там, может, я ее представлю как надо, может там откат или что там как-то, вот может как так, нет, не получится. А, может быть, да. Ну давай тогда конечно, это. Почему нет? Ну давай, знаешь как договоримся, я к ней пойду сегодня, все вот это как бы отдам ей, ладно? А потом у меня же будет твой этот тел. Я, если вы сговоритесь, она же мне фиг скажет. Она мне ничего не говорит. Она, Стасик, подай, Стасик, принеси. 35 лет Стасику на побегушках. Слушай, я тогда это, если, ну, пройдет там время, я тебя наберу, если сговоритесь, там, откатите хоть чуть-чуть. Да, договорились. На бензин хотя бы, ладно? Конечно, все, да. добро, Влад, вот, давай. Хорошо, давай, смотри, давай. Тогда... Мой номер. Все, я вот. Влад, я все, я сейчас запишу, я там паузу сделаю и пойду с ней сегодня, напрошусь на прием, расскажу. Дальше давай, смотри, 30-35 ежемесячно, 10% от заработки им вам отдать и Газпром инвестиции, правильно? Да, правильно. То есть, а еще так, между нами, это известный хотя бы брокер, а то он скажет, ты мне там каких-то нашел. Ты конечно, а, известный. Самый известный все. На территории Российской Федерации. О, да. А что она сама-то, балда, что она сама, что не знает. Все, Влад, давай. Я вам скажу, когда начинаешь сам искать, их очень много находит. И потом да тяжело она... выбрать. Из да не, она искать... она искать не будет. Они там собираются, у тебя запираются, накурено, блин, что-то там... Пилят какие-то бабки немеренные, а тут какие-то крохи дают. Будет она тебе искать? Ага, будет она искать. Ладно, это, слушай, Влад, давай. Давай, а ты мне звякни, с ней поговоришь, звякни, мне же тоже своего интереса охота, ладно? А то, ну, хорошо, что? Обязательно, да, конечно. Все. Номер у меня есть твой? Добро, давай, добро. Давай, добро. Давай, до связи. Хороший ты парень, конкретный, молодец, Влад, спасибо. Ага. Алло, Влад. Алло, да. Ее это, если что, ее зовут, это, она Роза Марковна. Там, если что, позвонит Роза Марковна, скажет. Хорошо. Стасик дал, Роза ладно? Марковна, все, мой WhatsApp, да, да. А мой есть у тебя WhatsApp? Вот этот номер WhatsApp. Или по телефону позвони. Да, я уже написал тебе. Все, Влад, сейчас, спасибо. Говоришь, зайдешь, увидишь. Давай, Родфронт, давай. Ага. Ты слышал, что я говорю? Да, алло, привет. Алло, плохо слышно вас. Это кто? Это Владислав. А, Владислав, да. Это... Да. А, Владислав, расскажите, это Роза Марковна. Я не знаю, вам Стасик сказал, не сказал. Я начальник отдела по инвестициям Солнцевской олигархической промышленной группы Московская область, город Солнцево. Я ему дала поручение найти для нас хорошего брокера. Он сказал, что мне перезвонит некий Владислав. Владислав, расскажите, пожалуйста, что, какую компанию вы представляете, что вы предлагаете? Я представляю компанию «Газпром Инвестиции», и мы даем своим клиентам зарабатывать, сохранять и приумножать капитал с помощью работы на бирже. Думаю, вы как
принципе, человек ознакомленный с этой сферой, понимаете, да, как это работает? Да, прекрасно понимаю. То есть вы компания «Газпром Инвестиции». Я так понимаю, вы предлагаете брокерские услуги, правильно? Верно. Отлично. Хорошо. Я тогда... Вот. Да, сейчас, одну секундочку, «Газпром Инвестиции». Назовите, пожалуйста, полное название вашей компании и вашу организационно-правовую форму, чтобы я дала указание службе безопасности быстренько там проверить вас. Сейчас. Компания так и называется «Газпром Инвестиции». «Газпром Инвестиции», организационно-правовая форма. ОАО. ОАО. Так, все, понятно, секунду. Леша! Леш Пустовалов, значит, ОАО «Газпром Инвестиции». Так, через 10 минут досье мне на стол. Да, все, Леш, жду. Да, слушаю вас дальше, Владислав. Вот, хорошо. Что вас еще? Нет, мне интересует, какую вы доходность предлагаете, в какие ценные бумаги мы будем вкладываться. Смотрите, все подбирается индивидуально под клиента, в зависимости от того, с какими суммами вы работаете, какую цель для себя в первую очередь преследуете, то есть это сохранить капитал, его приумножить, либо нарастить, потому что, думаю, вы знаете, что финансовые инструменты существуют достаточно разные. Есть для сохранения капитала, есть... для приумножения. Вас что конкретно интересует? Нас интересует вложение средств, которые заработала наша компания. У нас на балансе больше, 20, чем 27 объектов. Ну, начиная там с земли под кладбище, что там еще, цементные заводы, мусоросжигательные заводы, авторынок, домостроительный комбинат, еще там по мелочи. Так вот, с этих денег, с этих бизнесов остается... как вы понимаете, достаточное количество денег. И вот наш генеральный директор, господин Александр Салоник, будучи крупным бизнесменом, очень не хочет лететь под санкции, как вы понимаете. Угу. Вот. То есть это... Да, он хочет купить ценные бумаги, подержать их какое-то время и потом вывести их. Ну, понимаете, если он летит под санкции, то ну зачем ему это надо? Согласен. Никому под санкции не хочется попадать. Ну, да, вы меня сориентируете. Вы рассматриваете для себя покупку ценных бумаг Российской Федерации или зарубежных компаний? Что вас больше интересует? Понимаю, Российской Федерации, правильно? Прежде всего Российской Федерации, большая часть. Но господин Салоник заинтересован и во вложениях в западные рынки. Но для этого мне надо будет знать, какой... У вас вышестоящий депозитарий по иностранным ценным бумагам. В историю с Евроклиром влетать не хочется. Угу. Хорошо, сейчас смотрите, давайте как с вами сделаем. Я вижу, вы человек достаточно вот обозванный в этой сфере, для того, чтобы я вам предоставил максимально качественные услуги в этой сфере. Я вас подключу... специалисту, который более компетентен в этом вопросе, договорились? Давайте сначала, Владислав, поговорим с вами. С специалистом я, скорее всего, буду разговаривать уже, когда подойдет списка ценных бумаг, которые он мне рекомендует. Вы пока расскажите, каким образом у нас будет строиться работа, ну, технически. Вы можете это мне рассказать? Потому что я объясню, почему. Я объясню, почему. У нас в компании есть... Вы с юрлицами или с физлицами работаете? Или с теми и с теми? И с теми и с теми почему нет? Почему бы и нет? Ну, прекрасно. Тогда я вам просто объясню, Владислав, что господин Салоник еще из 90-х завел в компании, в нашем холдинге, такую замечательную традицию, что прежде чем привозить партнера делового в компанию, сотрудники его опробуют на себе. То есть для начала мне придется открыть у вас счет как физлицо, если все будет нормально. То тогда уже мы соберемся все вместе, мы к вам приедем всей делегацией, и господин Салоник, и Атарик Вантаришвили, и все-все-все, и я тоже. И тогда будем говорить о серьезных вещах. А пока мне расскажите, как частному лицу. Вот, хорошо, смотрите, клиенты зарабатывают за счет акций непосредственно государственных компаний, то есть в основном собираются пакеты из акций вот,
это банковских учреждений, таких как ВТБ, Сбер, Альфа-банк, акции компании Тинькофф. Точно так же, скорее всего, лучше использовать для сохранения капитала акции компании вот той же «Газпром». Для сохранения капитала есть акции компании «Аэрофлот», которые я вам могу порекомендовать. Я поняла. То есть выбор, я вас понимаю, Владислав, вы предлагаете голубые фишки. Нас это вполне устраивает, наши желания в данном случае совпадают. Вот. Хорошо. Какие еще есть ко мне вопросы? Да нет, больше никаких. Уже переходим к технической части. Как, что, чего? Как мы открываем счет? Какие документы? Ну, уже давайте начинать с техники. Меня устраивает ваш список акций и ваша доходность. В принципе, доходность меня, в большом счету, даже и не интересует, потому что основная цель – это не влететь под санкции. Поэтому, я так понимаю, я должна, как физлицо для начала, открыть у вас брокерский счет. Правильно я вас поняла? Потому что я Стасику сказала найти брокера. Угу. Ну да. Хорошо. Вот смотрите, сейчас я смотрю про вашего руководителя. Мне показывает, что он сейчас мертв. Нет, он не может быть мертв. Ну что? Я его вчера видела. Вы не путаете его с братом Часом? Не знаю. У него есть брат? Был. Этого я не знал. Был. По отцу. И он действительно мертв. Так, секунду, сейчас. Хорошо. Повторите вопрос. Вы интересуетесь, да, какие документы необходимы для открытия счета? Ну, какие наши с вами, Владислав, дальнейшие действия? Вот мы с вами поговорили. Вот, меня устраивает все. Я готова открывать счет брокерский у вас. Вот, хорошо. Для того, чтобы открыть свой брокерский счет в нашей компании, вам необходимо лишь являться банком. Кем сейчас? Банка Российской Федерации. А, ну я естественно. Это банка Российской Федерации. Вот. Естественно, вообще. Достаточно. Удостоверение иметь, которое подтверждает вашу личность как клиента. Удостоверение клиента. И документ, который... Нет, паспорт. Не понял, повторите. Удостоверение клиента банка у меня нет, естественно. Нет. Вы должны являться клиентом любого из банков, да, иметь для удостоверение личности и подтверждение места проживания, что вы действительно находитесь на территории Российской Федерации, либо еще где-то. Ну, когда мы будем проходить верификацию, естественно, мы где счет-то будем открывать? Будете открывать счет в компании «Газпром Инвестиции» непосредственно. «Газпром Инвестиции», великолепно. Ну, давайте к этому и приступим прямо сейчас. Вот, хорошо. Вы меня тогда сориентируете, на какую сумму планируете открывать счет? О, какой у вас минимальный порог? Такого понятия, в принципе, как минимальный порог у нас нету. Все выбирается индивидуально, исходя из клиента, его пожеланий и тех целей, которые преследует клиент. Ну, понятно. Ну, хорошо. 1100 для начала. Посмотрим, а дальше решим. Вот, хорошо. Давайте я объясню, как это можно сделать. Да, это можно сделать с помощью вашего банка, которым вы обслуживаетесь, меня сориентируетесь. Будете приступать с помощью банка или это со средств наличных желаете приступить? Нет, ну какие наличные? Вы что, я буду бегать по банкоматам, что ли? Зачем? Тоже вас понимаю, конечно. Вот, то есть с банка будете приступать, правильно? Это у вас Газпромбанк или Сбербанк? Есть и то, и другое. Но поскольку вы Газпром Инвестиции, то разумнее будет воспользоваться Газпромбанком же. Хорошо. Тогда смотрите, как это все происходит. Есть специальная ссылка для оплаты.
для того, чтобы внести средства на свой инвестиционный счет. А далее вам будет установлено ваше мобильное приложение, где вы будете отслеживать свой прогресс, свои активы, то есть как вы с ними работаете, сколько зарабатываете. Вы мне Владислав, извините, пожалуйста, вы могли бы мне перезвонить через час? У меня срочный вызов руководства. Или я вам перезвоню, хорошо? Да, да, без проблем. Спасибо. Алло. Алло, да, Роза Марковна, здравствуйте. Здравствуйте. Кто? А с кем вы общались только что? Это Владислав. А, я не знаю, мне звонил какой-то сумасшедший. Чего-то хотел, я так и не поняла. Достал совершенно. Да, слушаю вас, Владислав. Вот, хорошо, на чем мы с вами остановились? Вы мне подскажите, вы оформлять документы будете на чье имя? Вы знаете, я так подумала, что документы я буду оформлять на имя Стасика. Он так хотел себя изобразить крутого бизнесмена. Тем более у него папа на Уралмаше, большая шишка. Поэтому пусть этим занимается Стасик. Мне надо сначала понять стратегические перспективы. И если стратегические перспективы нормальные, я выделю ему определенную сумму, и пусть он оформляется сам. А, хорошо. То есть будем оформлять все на Стасика, правильно? Да, на Стасика. Вот, давайте, смотрите, как я вам предлагаю сделать. Мы с вами откроем вообще с вами минимальный счет для того, чтобы официально оформить Стасика, что является нашим клиентом. Ну хорошо, оформляйте это со Стасиком. Хорошо, я скажите, сколько да, надо. Во-первых, скажите, вы какая компания еще раз? Я что-то подзабыла. Газпром инвестиции. Газпром инвестиции, отлично. Так. Так, окей. Да, хорошо. Тогда мы будем открываться через Газпромбанк, естественно, если вы Газпром инвестиции. И оформляйте, пожалуйста, на Стасика, я ему выделю. Какую сумму мне ему выделить? Давайте вот минимальную 1020-30, этого хватит для того, хорошо, чтобы стать клиентом. Я выделю ему 30 тысяч. Я ему выделю 30 тысяч наличными, и пусть там сам бегает. Вот, хорошо. А вы мне еще вот подскажите, насчет какого вот оборота, количества средств ориентируйтесь? Что значит ориентируйтесь? Я еще раз говорю, мне надо просто вас проверить, понимаете? Просто проверить. Если все нормально и все хорошо, и все вводится, выводится, и я покупаю, вернее, Стасик по моему указанию, он сам ничего не способен сделать, покупаю ценные бумаги, такие, как нужно, продаю, и все хорошо, то меня это устраивает. Вы можете ваш гешефт, вашу прибыль оставлять даже себе. А нужно уйти из подставки, понимаете? Вот, все, понял. Нам даже не интересно, сколько это все будет зарабатываться, понимаете? Я понял, я думаю, и Стасик, в принципе, не против. Ой, кто его спрашивает, этого Стасика? Вы знаете, я вам еще раз говорю, я со Стасиком связалась по одной простой причине. У него папа большая шишка в Уралмаше, понимаете, уралмашевский. Вот. Mm-hmm. И он попросил пристроить своего сыночка. Мы его пристроили. Стасик, как бы сказать-то внимательно, не очень отличается умом и сообразительностью, но папаша от нашего руководства просит слезно пристроить Стасика. Вот мы его пристроили. Но 30 тысяч на то, чтобы научили Стасика хоть думать не, пардон, задницей, а головой, я готова выделить. Не из-за уважения к Стасику, а к уважению его папе. Я понял вас. Я уже, да, общался со Стасиком, он такой, в принципе, парень простой, с вами тут согласен. Ой, не говорите, слишком простой. Все-таки в финансах такие простые нам не нужны. Но если вы готовы взять на себя обучение этого Стасика, из него, ну, хотя бы отдаленные... Конечно, да, у Стасика... Готовы. Вот здесь вам случае сопровождение всегда. Угу. Он у вас откаты не просил? Я просто даже не знаю, что вам сказать. Правду. Правду? Честно, он был заинтересован, чтобы мы вам помогли. Нет, я не поняла. Он честно был заинтересован, потому что я ему дала прямое указание. Я просто очень хорошо знаю Стасика. Это он тоже сказал. Я просто очень хорошо знаю Стасика, поэтому вас спрашиваю. Если я узнаю, что он от вас получает откаты, плохо будет и Стасику, и вам, я сразу предупреждаю. Это уже не моя будет, скажем так, епархия, этим будет заниматься
наша служба безопасности. Я вас услышал. Потому что, говорю, я предупреждаю, знаю. У вас, если он будет просить откаты, говорю, плохо будет и всем, и вам, и Стасику. Предельно ясно. Вот. Вот, хорошо. Вы мне тогда подскажите, Рора, когда я могу связаться со Стасиком? Ой, я не знаю. Он куда-то убежал. Ему наш, господи, безопасник дал какое-то поручение. У нас Стасик, знаете, там, подай и принеси. Ему... Ну да, он так и представился. Да, ну так и есть, по факту. Ему наши безопасники дали какое-то поручение. Ну, надеюсь, они его не за пивом послали, а все-таки что-то более серьезное. Вот, поэтому он куда-то ушел. Так что связывайтесь со Стасиком сами и договаривайтесь. Значит, я выделяю ему 30 тысяч. Сейчас, я не знаю. Наверное, я оставлю эти 30 тысяч у него на столе. Надеюсь, он их не протратит ни на девок, ни на игровые автоматы. А он азартный, да, такой парень? Я вас умоляю, господи, это чудо, у меня от него одна головная боль. У меня всего отдела от головной боли меньше, чем от этого красавца. Я вас понял. В любом случае, у Стасика будут любые квитанции, то есть за все его действия у него будет отчетность. Да, то есть смотрите, только я вас очень прошу, я ему отдаю 30 тысяч, то есть, соответственно, он и вам должен принести 30 тысяч, если он будет... Да, естественно, да, если он будет лукавить, я свяжусь с вами, я скажу эту информацию, не переживайте. Если, кстати, будет 25, а остальное что-нибудь, сразу мне сообщите, потому что я... Договорились, хорошо. Я тогда, давайте как, Роза, я пообщаюсь со Стасиком. И я вас перенаберу, скажу, как он себя вел, чтобы вы тоже понимали, потому что все-таки это ваш подчиненный, а не мой, правильно? Да, к несчастью, да. Вот, хорошо. Ну, хорошо, я тогда после сейчас... этого скажу с ним, да. Выпишу в бухгалтерию 30 тысяч, я ему выдаму наличными, или в бухгалтерии ему выдаму наличными. И тогда уже связывайтесь с ним и... Ну, говорю, еще раз, если хоть он куда-то налево чего-то, говорите мне. Договорились? Договорились, хорошо. Вы просто не представляете, какой вы груз на себя берете. Честно, к нам приходят люди разные, поверьте, я уже привык вот общаться с разными клиентами. Угу. Понятно. Ну, а вот, к сожалению, не так много сознательных клиентов. Ну, хорошо, удачи вам тогда. Удачи вам тогда в борьбе со Стасиком. Если бой будет неравным, сообщайте мне, и я помогу. У меня есть тяжелая артиллерия. Хорошо. Все тогда, угу. Роза, я вас наберу, как только с ним пообщаюсь. Да, хорошо, договорились. Да. Все, на связи. Окей. Алло. 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 Алло, да, добрый. Здрасте. Алло. Влад, Влад, привет, Влад, привет. Да ну дела же, вчера приехал, ты не отвечаешь, блин. Меня вчера эти загнали, безопасники, на край света. Да куда какие-то ходят в галстуках, коробок каких-то нагрузили, блядь, на край света, там какой-то бычара, блядь, что так долго, блядь, поесть по этим пробкам, сам бы приезжал. Я, короче, вернулся потом это в офис уже, тебе стал звонить, там у меня какая-то цибуля, это она мне чуть написала, блядь, и денег оставила, я там читал, не все понял, но что-то такое, что надо, типа, это, что-то я должен сделать, ага. 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 Какими банками? Да никакими я не пользуюсь. У меня есть там, ну, тут Сбер-карта, но там у меня пятнашка не погашенная. Я, меня вот так на личман она оставила. А у меня там... Ну, да, я понял. Хорошо. Надо с ней договариваться. Может, она там погасит. Она не знает. Я, блядь, ну, там, короче... Там звонить по-страшному, что у тебя там минус на той карте, да, не имеет. Ну... Просто внесешь средства через терминал. Чтобы
чтобы не через мель обратно на счет. А терминал это где за телефон, что ли, платят? Да. Ну ясно, ладно, понял. Ну, мы чё... с ней поговорили, а она у меня знает, что это сразу? Ну, ниоткуда я знал. Безоткатный. Ну чё, блин. А я бы не без отката. Да. Не без... Кто меня сдал? А кто меня слышал? Ты чё? Да ладно, кто меня сдал? А какие откаты? Она мне тридцатник оставила. Я не знаю, а я вон если 20 переведу, чё она, как она проверит-то? Она видит, что она куда? Будет проверять, да. Она проверит? Она видит. Да, она будет иметь тоже доступ. То есть двадцатник не прокатит перевести? Она сказала набрать ей сразу, если там будет. Ну, а как мы будем делать, чтобы это, ну, ты мне там возврат-то какой-то делал, это как сделать мне? А, смотри, это сейчас все будет ровно. Сейчас сначала Роза Маркина все проверит, там если да, то уже по делу посмотрим, там ты уже будешь закреплен за специалистом, специально обученным для этих дел. Так. Уже там с ним будете все более подробно обсуждать. Не, ну мне надо понимать, будет мне какой там возврат или не будет, а то хер мне нет. Мне так неинтересно, что она там будет бабло колбасить, а я опять без нихера. Нихер мне это надо, блин. Не, сейчас она пока что бабло, как ты говоришь, колбасить не будет. Это так, для того, чтобы проверить. Ну как проверить? Я тридцатку сейчас вот отправлю, она же с них уже что-то какие-то заработки пойдут. А что, все ей в карман опять? Нет, нет, это не заработок. А что это? Это она просто проверяет, как работает эта система. Да, не ради того, чтобы заработать. Давай честно, ты заработаешь. Да. Ну, я не знаю, что, я же не знаю, она неспроста в это дело валивается, она ушла, она зря не полезет, я ее знаю, мы мрата еще. А, ну хорошо, а сейчас не тридцатку, потом она может там 100 зарядит или сколько там, я не знаю, сколько она там хочет. Потом-то пойдут, пойдут. Уже будет, там уже будет с ней решать, она сказала, оформить через тебя. Не, ну я, а потом-то что? Ну, а потом что, она на себя все это переоформит, что ли, или как это будет-то, я что-то не догоняю, на. Или она опять через меня будет бабло там загонять, опять? Стасик крайний. Не, через тебя она только посмотрит. Она сказала, да, через тебя посмотрит, как все работает. Так. Продать все на себя. Ага, и будет бабло зарабатывать, а я что, опять по боку? Нахер мне это надо? Сейчас что-нибудь ей скажу. Мы тебя потом, если что, к своему эксперту подключим, будешь с ним тоже. Да? Не, ну мне, знаешь, это все слова, ты мне... А как, давай как это оговорим, а то ну что, ну вот я сейчас все сделаю, опять раз, опять Стасик, блядь, там в жопе где-то, блядь. Вот твой спец там мне скажет, пошел нахер, и что я, блядь, я тебя знать не знаю, как-то надо нам это, что-то, я дал слово, если ты слово пацана даешь, давай там думай, блядь, что. Смотри, Стас, во-первых, специалист будет связываться и с тобой, и с Розой Марковной параллельно. Ну, и чё? Что это сразу было ее условие, что все через нее делается. А я вот сейчас с тобой переговорю, мне нужно будет ей набрать, сказать, что я с тобой связался. Ну. Она мне дала четко понять, что будут проблемы, если мы начнем что-то решать там. Сейчас между собой попытаемся ее как-то надуть или еще. Я что, ее надуть, что ли, пытаюсь? Она, блядь, все меня во все дыры пихает, а платит копейки. Я что, нормально? Она опять через меня что-то зарабатывает. Ну, ты меня тоже пойми. Мне смысл-то, блядь. Что я опять себя подставляю? Сейчас там, блядь, вы хер его знает, что вы там торгуете, блядь. Они нормально, блядь, ничем не торгуют. У них вечно какой-то криминал, блядь. А Стасику потом рыло чистят, блядь. Я хер его знает. Она сейчас начнет там опять бабло зарабатывать, а я тут хоть вроде могу как-то пристроиться. Ну, давай этот механизм-то какой-то придумай. Че, мне же тоже хочется что-то. Она хер поделится, че думаешь, она сейчас скажет, все, блядь, хуй, Стасик. Молодец, спасибо. На тебе 2000 рублей, пойди мороженку купи. Знаю я эту мымру. Она... Алло. Алло. Алло, что там случилось? Какой-то пропал. Да, шнур, переноску вырвали. Ой, ёлки.
привяжи там покрепче. Ну, короче, это, ты мне давай вот, ну, что, мы все сейчас забуробим, ты только скажи, как вот, ну, если ты там мне можешь, ну, слово пацана дашь, что меня спец там не обует, блядь, или что, и... Да, послушай, нам в перспективе своей начальницей работать, ну, я в нужный двор, ну, и нам, и я думаю, ты тоже... Алло. Пропадаешь, алло, Влад, что ты там у тебя заедает где-то? Ну-ка дерни шнурок, да, сейчас нормал. Ну вы с ней-то будете работать, а мне-то как в эту схему, блин? Не, пропадаешь, давай ты наладь, перезвони. Ага. Да, сейчас перезвони. Пропадаешь, перезвони, Влад, давай, жду. Алло. Алло, да. Да, Влад, да. Да, сейчас шикарно, все прям отлично. Хорошо, смотри, что подумала. Ну. Мы говорили с Росгвардией, она говорила, ее в принципе прибыль не особо интересует. Я попробую с ней договориться за то, чтобы она тебе процент платила, вот за то, что ты работаешь, потому что в любом случае любой труд должен быть оплачен, правильно? Ну, правильно. Только ты давай это, как его? Ты давай мне скажи, что мы как будем это, ну, как мне туда вот эту тридцатку заряжать? Не, это нормальный подход. Если ты ее уговоришь, да что, ну, только она знаешь, какая, она мне сказала, да, объяснила ситуацию, что ты у нее работаешь, все, я прекрасно понимаю, что они там большими бабками пользуются, вот, да. А ты там на минималке сидишь, наверное. Ну, да, так, платят, что-то платят. Смотри, как мы сделаем. Тебе нужно будет добраться к любому терминалу, будь то Сбертерминал или Киви-терминал, любой. Ага. Ну, что дальше? Телефон когда-то пополнял, знаешь, как им пользоваться? Ну, в принципе, конечно, что знаю. Вот, хорошо, смотри, когда будешь возле терминала, я тебе дам реквизиты финансового отдела, куда нужно внести сумму. Ага. Я тебя в любом случае лучше наберу, когда ты будешь возле терминала, чтобы сделать все правильно. А реквизиты это что такое? Это цифры? Реквизиты, да, это цифры. Она мне, видишь, тут написала в записке, цифры, говорит, получишь, и это сбрось мне там что-то типа, и сразу переводи. Скажи тогда, сейчас я поеду к терминалу тогда, а ты мне скажи цифры, а я сброшу и поеду туда, а ты с ней договаривайся, чтобы на процент. Если она не согласится, давай будем что-то другое думать. Халяву не хочу. Давай я цифры запишу, у меня вон ручка есть. Вот, хорошо, сейчас дам. Давай, ага. Не надела реквизитов. А ты к какому терминалу поедешь? У тебя какой ближайший? Ну, мне там Пятерочку надо проехать. Там у нас стоят, вот я там телефон заправляю. Да я хер знаю, как он называется. Вот, сейчас, подожди, уточню. Давай. Алло. Разговор? Алло, да. Получил реквизиты? Нет, а где должно быть? Я не знаю где. А где должно быть? Я тебе WhatsApp отправил. А я могу сейчас вот это, я плохо, я могу вот с тобой говорю и посмотреть, как сделать? Да, можешь, смотри, у тебя сейчас разговор со мной на да, весь экран, стрелку, правильно? Да, стрелку наверху нажи. В левом верхнем углу стрелка. Стрелка, все, да. Пробуй, давай. Так, что, да, так. Так, тын. Да, вижу, да. Вот цифры, да? Да. Слушай, это, ну давай это, вот смотри, это, как его, Влад, давай, значит, смотри, я сейчас цифры, поеду, вот сейчас уже я готов, что мне там? Пока меня не, да, опять куда? Выезжай, опять куда они? На Щерса. На Щерса я поеду. Можно на Щерса? Тут рядом у меня солнце. Сот офиса рядом. Есть, да, почему нет? Почему все, нет? Смотри. Без разницы какой. Я понял. Смотри, ты как будешь рядом, ты меня наберешь. Да. Скажу, да, в любом случае. Да, я и бросаю. Дальше. Только ты либо с нее процент колоти. Я нахер. Смотри, я с ней сейчас это обсужу, все. Потому что она сама мне сказала, что ее прибыль особо не интересует. Ну, все хорошо. Смотри, а если она тебе откажет? Если она откажет. Либо давай придумывай, как вы будете мне, или я нахер все это прекращаю, пусть она меня гонит, поеду к отцу нахуй.
в Екатеринбург, пойду на завод к нему работать. Я устал, меня все пинают, и всех гоняют, а так хоть у меня копейка. Ладно, все, я и отправляю, и поехал. Что я тут тебе рассказываю? Давай, давай. Через сколько набрать это? Давай, минут 10. Ну, ты с ней-то тоже поговори по этот. Я сейчас ей отправлю, что она там мне скажет. Перезвонит, скажет. Я не знаю, как она себя поведет. Я ей отправляю. Хорошо. Прямо вот сейчас пишу. Все. Давай, ага. Давай. Алло, добрый день. Добрый. Это Владислав от компании «Газпром Инвестиции». Да, вчера с вами общался. Здравствуйте, да. Что у вас там? Да, связался вот со Стасом. Он сказал, вчера поздно освободился. Предоставил ему реквизиты. Он сказал, вот выдвигается из дома или где он сейчас. Ой, что сейчас шляется. Да, сказал ему, чтобы он через терминал делал внесение средств, потому что он сказал, у него какой-то долг на карточке. Что у него на карточке? Говорит, какой-то долг у него на карточке, что-то такое. Уже успел долгов набрать? Ну, молодец. Буду я с его папашей разговаривать. Да, я ему сказал делать все через терминал, чтобы дала вся ровная сумма. И сейчас ему позвоню и скажу, чтобы вам квитанцию обязательно привез, предоставил. Да, естественно, несомненно. На 30 тысяч, которые вот выдали, должна быть квитанция. Да, я вас, конечно, Роза Марковна, понимаю, сколько вам проблем с этим Стасиком. Нет, Стасик теперь ваша головная боль, Владислав. Я ему 30 тысяч выделила на то, чтобы вы из него сделали человека, из обезьяны человека. А теперь ваша проблема. Что от меня требует, скажите, пожалуйста. Нет, ничего, вам просто звоню сказать, что уже связался с ним. Угу, хорошо. Вы ему что дали? Какие реквизиты? Я ему предоставил финансового отдела реквизиты, чтобы он сразу на них отправлял. Вы ему счет? С него еще... Счет открыли? Да, я отправил, он уже, да, должен был вам отправить. Так, сейчас, секундочку. Посмотрю, что он мне тут прислал. Так, что-то 22007302, вот это, да, оно? Да, все верно. А что это, чья это карта? Это реквизиты финансового отдела, через них проходит открытие счета. Что значит финансового отдела? Это карта физлица? Это бенефициар. Что значит это бенефициар? Что значит бенефициар? Бенефициар это физлицо, которое будет... Приобретатель. Открывать счет ему. Как? Что значит ему будет открывать счет какое-то физлицо? Он должен сам открыть счет в вашем «Газпром инвестициях» и перевести на реквизиты счета. Да, все правильно. Ну вот, а я вижу вместо реквизитов счета карты физлица. Нормальные люди переводят с 408 счета на 407, а там с перекидыванием на 306. А вы мне что дали? Хорошо, смотрите. Мы дали бенефициара компании, это физлицо, через которого проходят все деньги. Ваша компания еще раз, Газпром инвестиции? Как на ввод, так и на вывод. Ваша компания «Газпром инвестиции»? Вы российское юрлицо? Да. Почему деньги проходят через бенефициара, а нельзя от российского физлица, например, отправить на российское же юрлицо? Причем тут бенефициар с какой-то карточкой? Нет, можно сделать это и по-другому. По-другому это как? Сделать другие реквизиты и открыть счет именно на Стаса. Ну да, естественно, Стаса. Но я все равно это буду... Деньги будут проходить через Стаса, правильно? Ну, естественно. Стас мне прислал реквизиты, потому что я ему сказала, подожди, переводите, дай мне хоть посмотреть. Чего куда, а то он, знаете, переведет опять на какие-нибудь, не знаю, онлайн-покер. Вот. Вы мне дали... Хорошо. Вы мне нет, дали нет, карту... Никакой онлайн-покер. Это я вижу, что это не онлайн-покер, это карта... Тогда мы сделаем с вами по-другому, да. Да, кто это физлицо? Мы сейчас откроем счет, создадим реквизиты. Откроем счет, да, конкретно на Стаса. Ну, у вас с документами порядок? Давайте сделаем так, чтобы эти реквизиты наверное, были и у Стаса, и у вас. Наверное, я проконтролирую, порядок. Правильно?
Так, подождите, что вы сейчас будете делать? Давайте уже теперь разбираться вместе, потому что со Стасика толку как от козла молока. Так, вы открыли счет на Стаса или нет? Пока что еще нет. А зачем тогда вы ему дали куда переводить деньги какого-то бенефициара, если счет еще не открыт? Какой смысл в этих телодвижениях? Счет открывается на Стаса. Я понимаю, что он открывается деньги на Стаса. Деньги начисляются, да, тогда счет активен. Совершенно верно. Вы сначала открываете счет на Стаса, а потом туда переводятся хоть какие-то деньги, как положено. С 408 на 407 с перекидыванием на 306. Ничего, вас азам бухгалтерии учить, что ли? Хорошо. Так счет еще не открыт. Давайте сделаем по-другому. Счет еще не открыт, правильно? Нет, еще не открыт. А тогда зачем вы куда-то делись переводить деньги, если счет еще не открыт? Вы ему счет для начала откройте. Хорошо. Я сейчас подам запрос в финансовый департамент, да, открою счет Стаса, и только потом он его пополняет. Слушай, в обязательном порядке я скажу Стасу, чтобы все продублировал вам. Да. Чтобы они у вас были и у Стаса они были. Хорошо, естественно, открываете счет, значит, бросайте реквизиты счета ему, и пусть он перекидывает реквизиты счета мне. Я на них посмотрю, а там решим, как его пополнять. Хорошо, договорились. Да, договорились. Алло. Алло, да. Да. Ну что, поговорил с Розой Барковной, нет? Я ей сбросил, она сказала, пусть звонит, я тебе телефон ее сбросил. Она говорит, я не на WhatsApp, я занята, пусть наберет. Я с ней уже поговорил только по тому номеру другому, с которого она меня набирала вчера. Ну и что? Она мне ничего про цифры не сказала. Сказала пока ничего. Ответит, я тебя наберу сразу. Как только получу команду. Я уже тут почти сейчас запаркуюсь. А, уже почти на месте. Да, на Щерса я поехал. Все, отлично. Как команду получу, я сразу тебя наберу. Я не могу, ты меня тоже, блин, пойми, без команды нахер. Я и так в долгах, и сейчас чуть не так она... На органы меня сдаст. Скажи, у тебя документы есть при себе? Удостоверяющие так, личность. Какие? Права есть. Права есть, да? Ну. Вот, хорошо. Все, отлично, сейчас перезвоню. Давай. Алло, да. Да, он ментяра прицепился, не там стоишь, не там стоишь. Чего не там? Там, не там. Перепарковался? Да не, он отстал. Я понял. Хорошо, скажи, какой у тебя терминал возле тебя? Да я хреново я не ходил, Киви, что ли, называется. Она сказала, что должны какой-то открыть счет, а я все, это ничего не понимаю. Вообще, какой-то счет должны открыть, опять цифры какие-то, опять ей пришли. Я уже все, пусть она сама на себя делает. Давай, какой счет? Вон у меня есть водительская. Хочешь эти права, скажу, открывайте хорошо, счет. Хорошо, скажи полная фамилия, имя, отчество. Давай. Стас Иванович Намин. Стас Иванович Намин. Да. Что еще надо? Год рождения. Год рождения. 16 мая 81 года. Так, сейчас. Вот, хорошо. 16 мая 81 год. Да. Стас Иванович Намин. Правильно. Все, сейчас перезвоню. Давай. Алло. Ну что, сколько мне тут сидеть-то? Я поеду, может. Нет, подожди, Стас, вот я тебе уже создал аккаунт. А сейчас я вот отправил все Роза Марковне, чтобы она проверила. Она сейчас что-то трубку не подняла. Я сейчас и тебе продублирую. Давай. Смотри, тебе еще нужно будет потом зайти, подгрузить документы. Я тебе помогу, как это сделать. Там ничего сложного. Ну, хорошо. Как скажешь. Ну ты с ней тогда, пусть она там даст все команды, я чую. Она скажет, я сделаю. Мое дело телячье. Все, хорошо, да. Давай. Алло. Алло, да, Роза, здравствуйте еще раз. Владислав, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Смотрите, я создал уже кабинет, счет для статуса. Я вам, проверяйте, отправил на WhatsApp информацию, данные для входа, где можете самостоятельно все увидеть. Подождите, вы мне отправили на WhatsApp. Сейчас я гляну. Так, что-то не вы... Так, назовите 4 цифры номера, на которые вы отправляли, потому что что-то я пока не вижу. 99-53. 953. Ладно, хорошо, сейчас одну секунду я подкрою, попробую этот WhatsApp перекинуть на другую сетку. Возможно, что-то придет. Так, хорошо, вы мне отправили реквизиты счета Стасика, правильно? А, я вам отправила кабинет личный Стасика. Угу. Мне, в принципе, его личный кабинет мало интересует, а вот реквизиты счета меня его интересуют. Алло, да, связь где-то оборвалась. Да, связь оборвалась, говорю, я просто переключалась на другой Wi-Fi, другую сетку, возможно, поэтому. Так, ну я так, пока не вижу от вас в WhatsApp ничего. Не видите? Нет, не вижу. Так, странно. Давайте я по другому номеру вам отправлю, посмотрите. Нет, подождите, я сейчас... А, чаты, подождите, что-то пришло. Так, добрый вечер еще раз, Владислав. Вот вчерашний я вижу от вас сообщение. Сегодняшний, вот последний мне от вас 17.52 вчера. Давай попробуйте еще раз отправить. Да, сейчас. Может, пройдет? Так, видите? Так, а у вас прошло, не прошло? А, мне показывает одна галочка. Одна галочка. Странно. Да, что вам не доставляются сообщения. Удивительно. А у вас интернет сейчас точно есть? Точно есть, да. Сейчас еще раз перепроверю, подождите. Так, Wi-Fi включен, да, все работает. Так, давайте сделаем проще. Сейчас мы проверим по-другому. Сейчас я... Вам что-нибудь пришлю, проверим. Пришлю вам тест. Да, удивительно, почему-то он не видит сетки. Почему он не видит сетки, глубоко непонятно. Так, хорошо. Я не знаю, почему это происходит. Сетка есть, все работает. Мистика какая-то. Так, вы можете продиктовать мне тогда просто, это будет проще. Чем мне сейчас мучиться выяснять с нашими айтишниками, что происходит с интернетом. Вот, хорошо, смотрите, мы сделали торговый кабинет для Стаса. Ему что, необходимо лишь внести средства на свой баланс? Ну, понятно, да. Да. То есть здесь ему нужно будет точно так же еще подвязать документы до конца, потому что но это все создано на его имя. Нужно будет загрузить файлами, я сказал ему с этим помогу. Там ничего сложного, там главное ровно отфотографировать. Угу. Вот. Пришло от вас сообщение, вы заходите, смотрите. Да, подключилась, да, наконец-то. Говорю, я просто перегружалась. Так, войти. Так, sign in. Так, это у нас что такое красивое-то? Сейчас, ну минуту. Если оно загрузится, то что вы мне прислали. Так. Так, а что это за Fine App? Это платформа, с которой будет работать Стас. Платформа, с которой будет работать Стас. Странно. Хорошо, ладно, сейчас попробуем открыть. Так, ну ладно, это да, платформа. Вы же понимаете, что он будет как лицо, правильно? Ну, понятно. А чья это платформа-то? Вы как физлицо не можете деньги вот, что без посредников просто вывести на межбанк. Я... Понимаете это? Куда вывести, на какой причем с межбанк? На межбанковскую торговлю, ну как это? Какая, что такое межбанковская торговля? Вы можете мне это объяснить? Конечно, могу. Угу. Смотрите. Каждый банк имеет свои активы, правильно? При помощи которых он зарабатывает, правильно?
Совершенно очевидно. Причем тут межбанковская торговля. Что происходит? Например? Что происходит на межбанке? Вы инвестор банка. Вы принесли какую-то сумму и вложили ее в банк, правильно? Банк вам платит 3-4-5% годовых максимум. И что, мне не надо это объяснять? В то время... Профессиональный финансист, вы мне объясните, что значит межбанковская торговля. В то время... Подождите, давайте говорить по очереди. В то время, пока ваши средства лежат на банке, банк их берет и выводит их на межбанк, то есть торгует вас средствами на бирже непосредственно. Мой банк вам зарабатывает на этом... Скажите, у вас есть экономическое образование? Хоть какое-нибудь? Давайте так. Потому что фраза фееричная, межбанк торгует моими средствами на бирже, я даже от Стасика не слышала. Давайте так, Роза Марковна, разбираться совсем по порядку. Давай. Я вам отправил ссылку. Да, я вижу эту ссылку. Я хочу понять... Это личный кабинет Стаса. Я поняла. Вы сейчас за компьютером. Я пытаюсь туда войти, оно почему-то не входит. Так, я, в принципе, за компьютером. Она почему... Что перед собой видите? Я пытаюсь с телефона зайти на вашу ссылку, она почему-то не грузится. Я вас прошу сделать одну простую вещь. Прислать мне реквизиты личного кабину или просто продиктовать мне час, чтобы не заниматься опять пересылкой. Прислать мне реквизиты личного кабинета, личного счета Стасика компании «Газпром Инвестиции». Угу. Да. Вы сейчас что видите перед собой? Открыли ссылку? Нет, она не открывается почему-то. Очень удивительно. Хорошо, она у вас какого цвета? Голубого. Это удивительно, она голубого. FinUp Limited Pro. Так, давайте попробуем по-другому. Копируйте ее, да. Да, я просто ее наберу на другом девайсе, банально в поисковой строке. FinUp Limited.pro. По идее, оно должно войти. Так, FinUp Limited.pro, ничего не найдено почему-то. А, просто возьмите. У вас VPN работает или что у вас? Нет, у меня нет VPN. Через какой браузер вы заходите? И сейчас попробую через Safari и через Google, через оба. У меня Safari не находит, а Google не открывает. Вы ее просто скопируете и вставьте. Должно так точно сработать. Я не могу скопировать и вставить с одного девайса на другой, понимаете? Так в том девайсе, где скопировали, там и вставьте ее. В любом браузере. Сейчас попробуем. Так, окей. А вот в том девайсе оно не так скопировано. Сейчас попробуем ставить да, по-другому. Safari, по крайней мере, вас знать не хочет. Ну, попробуем банальный Google ставить. Так. Так, поиск. Ставить. Ну, попробуем так найти. Представьте, он и так не открывается. Да ладно. Да ладно, вот так вот. У вас интернет сейчас точно работает? Ну вы же присылали мне эту ссылку в WhatsApp, правильно? Значит, работает. Ну да, вы же ее просто не смогли зайти с первого раза. Давайте продублирую. Да не надо, я ее прекрасно вижу. Попробую еще раз Google. Так, этот Google не подходит. Попробуем через Chrome. Так, может быть, Chrome ее таки узнает. Возможно, у вас стоят какие-то ограничители по сайтам. Так, подождите, может, Chrome ее примет. Так, Chrome ее таки принял, да. Удивительно. Safari ее видеть не хочет. Вот, что видите перед собой? Sign in я вижу. Так, email, Sign in. И пароль. Так, ну это вам придется мне диктовать, потому что я туда-сюда уже гонять не буду.
Давайте продиктую. Там было Стас, что-то такое. Маленькими буквами, да, латиницей Стас. Угу. Один. Стас, так, сейчас, секунду. Стас. Один. Один. Собачка. Стас. Один. Собачка. gmail.com. Господи, жизнь, пендрёжник. Точка. Ком. Так, вставили. Пароль у него какой? А пароль стандартный. А большая. А большая. А маленькая. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Все, да? Знак восклицания. А, еще знак восклицания. Так. Да, это стандартный. И нажимаете «Войти». Это стандартный пароль, а в дальнейшем вы его измените. Хорошо. А большая, маленькая, или так, тайные, входим. Так, да, вижу. Так, давайте я сохраню пароль, чтобы потом не каждый раз. Так, вижу. Депозит. Вы его поменяете в любом случае. Да, хорошо. Так, с компьютера или с телефона? Сейчас с телефона. Откуда вошлось, я уже не меняю ничего. Хорошо, так, да. Депозит, трансфер фанс, так, баланс, так, все понятно. Так, смотрите, у вас сейчас русский язык стоит или английский? Такой. Стоит, наверное, английский, но мне без разницы. Вот, смотрите, там, где у вас флаг России, может, или мне флаг без разницы, еще раз Соединенного. А, хорошо. У вас в левом верхнем углу три горизонтальных полоски, видите? Вижу, да. Вот, хорошо, нажимайте на них. Угу. Там откроется меню. Меню, да, так. Finance, trading, documents, my profile, trading, finance, logout. Так, профайл надо зайти, чтобы посмотреть реквизиты. Нажмите сначала finance. Finance, окей. Ну, ладно, зайдем. Так, а что вы мне хотите показать в вашем finance? Я вам хочу показать те функции, которые будут доступны у стата, вы мне хотите показать торговую платформу, я с ней сама прекрасно разберусь. Так, меня интересует профиль. Меня интересуют реквизиты счета. Personal info, change password. Так, где мы смотрим реквизиты счета? Вот, хорошо. Реквизиты счета, да. Трейдинг аккаунт. Так, трейдинг, сейчас зайдем в трейдинг аккаунт, хорошо. Так, Стас, так, и номер 91. Это так. Счет на платформе. 9178, так, это счет на платформе. Так, ну это может быть счет на платформе. Да, вы сами видите, что он создан, правильно? Я вижу, что он создан, так, я не этот счет имела в виду. Ваш код регистрации на платформе меня не интересует. Меня интересуют официальные реквизиты счета Стаса согласно банковской кодировке Российской Федерации. Как положено. IBAN, SWIFT, это все вас интересует, правильно? Еще раз. Реквизиты счета Стаса согласно банковской кодировке Российской Федерации. Вот. Хорошо. Где я могу их увидеть? Здесь на площадке вы не сможете найти реквизиты счета на этой площадке. Хорошо, где мне играть? Как пройдет верификацию и подтвердит свою личность, удостоверит свою личность, только тогда он сможет грамотно оперировать своими средствами. Так, вы мне еще раз объясните, пожалуйста. Счет открыт? Открыт, я вижу. Хорошо. В каком финансовом учреждении открыт этот счет? Непосредственно в компании «Газпром Инвестиции». То есть, вот «Финанс Лимит Платформа». Так, я не спрашиваю платформу. Счет у нас открыт в «Газпром Инвестициях», правильно? Правильно? Счет еще не открыт у вас нигде. Как не открыт? Для того, чтобы его открыть, когда я смотрю? Его необходимо пополнить и верифицировать до конца. Владислав, вы хоть один учебник по финансам прочитали? Этот счет пока что есть только на торговой платформе, потому что действий еще никаких не выполнено. Так еще раз, я спрашиваю банально, простейший вопрос для финансиста. Счет в финансовом учреждении открыт или нет?
Нет. Нет. Тогда зачем вы мне показываете картинки? Вы откройте ему счет и пришлите как положено. Ну, потому что мы сейчас с вами говорим про сумму 50 000 рублей, а вы говорите о том, что предоставить счет. Конечно. Давайте так. Я вам открою большую тайну. Счет открывается на любую сумму, хоть 10 рублей. Но он должен быть открыт, и любой держатель счета должен видеть его реквизиты. Я не вижу реквизиты счета. Это конечно, да. Ну вот, где реквизиты? Это конечно. Я вам просто хочу показать, потому что вы сейчас... Вы мне показали картинку на платформе. Она меня совершенно не интересует с вашими цифрами, которые его как-то в вашей системе кодируют. Я хочу видеть его счет в «Газпром инвестициях», как положено, в кодировке, принятой в Российской Федерации. Что непонятного? Окей, хорошо. Вам его предоставлю. Хорошо, отправляйте мне на WhatsApp. Хорошо, я подожду. Отправляйте мне на WhatsApp, но как положено. Хорошо. Да, договорились, жду. Алло, да. Алло, да. Чё это? Да. Стас, наверное, пока отдыхает пару часиков, потому что... А мне куда деваться-то? Мне куда деться-то? Ой, я не знаю, это у неё пока спрашивай. Сейчас всё ещё подготавливается, там всё сложно. Блин, ну мне что, уезжать или что тут сидеть, блин? Да не знаю, пока может свободен будешь. Я не знаю, спрашиваю это у нее. А я не могу до нее не могу дозвониться. Ни на один, ни на второй номер? Не, ничего не отвечает. Не знаю, что делать. Я уже тут устал, там и кофе ходил, пил, и там бродил. Короче, я там сейчас присмотрел это. Если не позвонить 2 часа, я там самокат такой классный присмотрел. Не знаю, там 22 тысячи по распродаже в Спортмастере. И не позвонит, куплю. Что она мне сделает? Ни хера она мне не сделает. Да ну, Стас, это же не серьезно. Ну что я хожу здесь как дурак, соблазн, блядь. И что я хожу-то? Я вот ты прислал какую-то штуку, я туда вот сидел, кофе там рылся, я там вообще ничего не понимаю, что там такое. Я там зашел в этот, ну, там понажимал это, зашел там все по-английски. Что там вообще, что там делать-то надо? А, там язык на русский можно поменять. Ну, а делать-то чего? Ну, я смотрел, понять не могу, что там надо делать? А, да там все просто, там будет дальше создан аккаунт, купить, продать, еще что-то. Не, это аккаунт. А там что-то деньги платить, не платить? Куда вот эти, что, реквизиты там что-то есть или ничего нет? А что? А там вот, чтобы, ну, деньги там переводить или что там, это вот это там надо будет платить или в терминал, или я уже вообще запутался, вообще ничего не понимаю. А я сейчас скажу, да, как все платить. Сейчас, так сейчас мне ждать или 2 часа гулять? Ты скажи толком-то. Я да поеду по делам там по своим. Да, сейчас. 30 секунд. Давай, на связи. Да, я слушаю. А какой там терминал, говоришь? Там Киви-терминал. Ну, я без нее туда не буду в терминал, если это... Вот, может, через это приложение или как сделать? Я без нее... Вот. Ты мне цифры говори в терминал, а она ругается, говорит, на эти цифры не надо. Он что-то пришлет. Вот ты прислал, я смотрю, там вообще ничего не понимаю. Вот я и не понимаю, что мне делать-то. У меня есть еще один вариант, ну как бы это. Я могу предложить. Я там у себя карту одну нашел. Я сейчас пойду, если я сейчас на наличку куплю вот этот, ну там зашибись, как его называется, вот этот самокат, он по распродаже, всего 20-ку стоит. Я 10 в терминал, а вот ну что на 20-ку, у меня, знаешь, карта Ощадбанка есть. Ей можно заплатить Ощадбанком? А что это за Ощадбанк такой? Да это из Украины, у меня он в гривнах там, это Ощадбанк. А ты сейчас с Украины? Да я не с Украины, я русский, у меня карта просто есть там, я был когда-то, открывал. Я могу вот с Ощадбанка тебе платить.
Хочешь номер карты, скажу. И код, а ты спишешь, сколько там надо. Там я в гривнах посчитал, это 30 тысяч, это 14 тысяч гривен на сегодня. Не пойдет такой вариант? А там на ней есть деньги у тебя? Конечно, а как же? Я в Украине же был. Что, нет-то, в гривнах есть. Так, да? Сейчас уточню. Да, вот, хорошо, смотри. Что, да, давай я тебе номер карты скажу, да и все, а ты там возьмешь сколько надо. Сейчас, секунду. Давай попробуем. Давай, пиши номер. Давай. 6706. Угу. 3500. Да. 1811. Есть. 2216. Я ее пихал в этот Сбербанк, а он ее выплевывает, он ее не читает. Может, проще там ты где-то у себя там спишешь? Ну да, наверное. Сейчас попробую. Так. Сколько ты говорил, есть у тебя на ней? 14 тысяч гривен. Ну, там больше есть, но я посчитал, 30 тысяч рублей это как его? Это 14 тысяч гривен. Это ты что, на СВО ездил? Зачем? Что мне там делать? Согласен. А давно вообще был? А есть еще другой вариант. Я могу тебя с итальянской картой перевести. Прям в долларах. Может, удобнее будет? А, есть итальянская карта? Конечно. У нас же ведь... А что за банк, скажи? Банка Поста. А, банк? Банка Поста. Хорошо, сейчас уточню. Вот, смотри, Стас. Да. Подходи к терминалу сейчас. И что делать? Ну, подойду. Мне еще там дойти надо. Вот, хорошо, выбирай там Киви. Не, я без на Киви, я же тебе говорю, отрицатник. Я его лучше велосипед этот, самокат куплю. А я тебе или вот... Со Щадо или давай вот с банка Поста, как напрямую, раз тебе доллары нужны. А это я уже запал, все, я уже этот мотоцикл, ну, мотороль, как он там, как он сюда вот, называется? Вот, хорошо. Ну. От банка Поста карта с тобой? Не, дома лежит. Бери ее в руки, номер, знаешь ее? И опять номер тебе говорит? Да. Ну ты вообще лошадь, что ли, уже с ума сошел, блядь? Ты что, не понимаешь, блядь, ты уже совсем мудак. Тебе, может, CVV-код еще сказать, ёп. Ну ты что, совсем одурел, блядь? Ну уже вообще берега путаешь, а? Чудо, блядь, в перьях. Давай завязывай, блядь, нормальных людей, блядь, разводить. В огне гори. А чем я тебя развожу? Давай, блядь. Привет, блядь, физкульт. Иди, тимлидер, блядь, поплачься. За Дона Педро!